Между тем, летальный исход от инсульта в Карагандинской области снизился на 3%. Ежегодно жертвами этого недуга становятся около 4000 жителей региона. Для оказания помощи людям с болезнями кровообращения создан ситуационный центр. Он позволяет отследить пациента от вызова скорой и до выписки из больницы. Там круглосуточно дежурит команда. В ее составе врач-невролог, IT-программист и менеджеры, которые анализируют всю поступающую информацию. Смарт-система в режиме онлайн архивирует все снимки головного мозга. Каждый день в регионе составляется аналитическая справка о количестве людей, страдающих от инсульта, их диагнозе и состоянии здоровья. Благодаря современным технологиям, за ходом операции на сосудах головного мозга можно наблюдать на экране в ситуационном центре. В этом году их провели свыше 100 раз.